Вітаю вас, шановні телеглядачі, в ефірі телеканал «БАЛ», інформкомпанія і наша традиційна рубрика «Актуальний співбесідник». І сьогодні у нашій студії дуже цікава гостя, начальник агентської точки Української пожежно-страхової компанії пані Ірина Кротік. Вітаю вас, пані Ірино, в нашій студії. Вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, про вашу компанію, що вона пропонує, скільки років вона на ринку страховому в нашій країні, адже я думаю, що нашим глядачам дуже цікаво і деякі, можливо, тільки не знайомляться із цією компанією, про яку ви сьогодні будете розповідати. Добрий день всім нашим телезрителям. Хотілося б розказати о нашій компанії, яку я представляю здесь, в нашому місті, ну, зовсім недавно, кілька років всього лиш. Наша компанія основана з 1992 года. Она имеет 25 лет стажа работы на этом рынке и зарекомендовала себя как одна из самых таких крупных и серьезных компаний. В нашей компании также есть 75 отдельных подразделений, которые работают на территории всей Украины. Хочу вам рассказать о том, что есть еще отдельные точки продаж на территории Украины, которыми занимается полностью агентская сеть, которая работает по агентским договорам. Я являюсь представителем здесь такой точки агентских продаж, и мои клиенты очень давно привыкли к своеобразному, скажем, такому обслуживанию в нашей страховой компании, потому что каждая компания имеет какую-то свою индивидуальность. Хочу вам рассказать о том, что есть агенты, которые работают удаленно в нашей компании. У нас в Балте здесь есть офис, который, скажем, постоянно принимает своих клиентов. Мы очень часто сталкиваемся с работой и удаленной работой, и работой, которая состоит в плане офиса. Мы часто выходим клиентам, поэтому наши клиенты очень довольны нашим обслуживанием и будем надеяться, что они останутся с нами надольше. Скажіть, які види страхувань пропонує Українська пожежно-страхова компанія більш обширно, так, щоб люди розуміли, з якими питаннями і за яким страхуванням можна саме до вас звертатись? Да, хороший вопрос, потому что очень много лицензий у нас на сегодняшний день есть в нашей страховой компании. Одни из основных направлений – это добровольные виды страхования и обязательные. К обязательным видам страхования, это самые такие популярные, это страхование ответственности цивильно-правовой владельцев транспортных средств на территории Украины, это обязательное страхование водителей, которые работают по найму, это обязательное страхование цивильно-правовой ответственности владельцев оружия, которое есть у нас сейчас на территории Украины, это тоже обязательный вид. Ну и такое страхование, как обязательное страхование коммунального имущества. Ну это такие основные виды направления обязательных видов, которые пользуются популярностью, ну скажем, больше всего. Очень много еще других продуктов, у нас 20 обязательных видов лицензий и 16 добровольных. Из добровольных это такие виды страхования, как выезжающих за границу для путешествия граждан Украины. Это же актуальная тема на сегодня. Очень актуальная, люди пользуются этим, им нравится. Это также те виды страхования, которые дают возможность выехать по найму на работу за границу. Есть такой вид страхования. И добровольный вид страхования иностранцев, которые находятся на территории Украины. Но это, скажем, тоже такой комплексный пакет, который самый является сегодня популярным, но из добровольных видов тоже есть большой ряд продуктов, которые мы можем предложить по требованию клиентов. Тим не менш, з того переліку, який ви зараз назвали, це дуже широкий спектр страхування за будь-якими потребами. І я думаю, що і українці, і гості нашої країни можуть звертатися до Української пожежно-страхової компанії, яку сьогодні в нашій студії представляє Ірина Кротік. І будь-які потреби у страхуванні задовольниться компанія, адже, як ви саме мали змогу чути, що спектр послуг дуже такий обширний. Пані Ірино, скажіть, будь ласка, які є форми взаємодії з клієнтами? Чи є якась, можливо, лояльна система, мабуть, запропонована компанією? От що особливого є саме у цій компанії, аби наші глядачі мали змогу зробити вибір на користь цього страхування? Да, конечно. На территории Украины сейчас очень много страховых компаний, которые работают, поэтому бороться за самих потребителей этих продуктов тоже очень сложно, и это есть каким-то таким стимулом к улучшению работы. Почему? Потому что, например, мы для себя выбрали четкую позицию, что мы за клиента. То есть есть законодательная база, в рамках которых мы работаем, но клиент для нас – это первое лицо, с которым мы работаем. Что-то має бути цікаве точно. Я знаю, что каждая компания, вона завжди пропонує своим клиентам что-то цікаве,
щось особливе. І я впевнена, що у вашій страховій фірмі теж є такі якісь родзинки, які можуть зацікавити людей. Розказуйте. Да. Ну, вот давайте о том, что как бы стандартно есть. Это есть система скидок, которая есть, в принципе, у всех компаний, но не все хотят ими пользоваться, потому что все-таки это доход тех, кто это продает. У нас же в компании есть право делать скидки до 20% по разным видам продуктов, поэтому я лично приверженец того, чтобы люди были довольны и приходили и приводили с собой. Поэтому все, что я могу делать, я делаю это всегда с полной. Для постоянных клиентов, для постоянных клиентов это обязательное условие скидок. Мы обращаем на них внимание особенное. Но в пришедшем, конечно, есть тоже внимание, есть подход свой. Но для постоянных клиентов намного шире спектр, мы намного плотнее с ними общаемся. В такой, скажем, офисной программе обслуживания для самих работников прописаны четкие правила, по которым мы работаем, и мы их стараемся придерживать. На личном уровне в маленьких городах это намного сильнее работает, потому что мы все здесь друг друга знаем, и все-таки как-то стараемся, помимо этики страховой компании, еще соблюдать свою этику личную и человеческую. Поэтому, например, когда у человека заканчивается должен договор страхования, мы обязательно звоним ему за пару дней, предупреждаем об этом, потому что у людей сейчас довольно-таки много своих проблем. Напруженный график життя. Да, а у нас это обязанность, мы должны за своими клиентами следить. Мы часто звоним им просто в их профессиональные праздники, мы можем связываться с клиентами в их дни рождения. Все-таки это налаживает отношения, клиенты не забывают, куда нужно идти, и все-таки мы имеем такую постоянную связь. Мы очень часто работаем с постоянными клиентами в системе онлайн. Что это значит? То есть мы можем с постоянными клиентами общаться через электронную почту. Если человек где-то на удаленном месте, и ему срочно что-то нужно, он всегда может мне написать на почту. Это зручно и комфортно, сучасные такие маневры. Сбросить свои контакты, данные, все, что он хочет, перечислить деньги, я ему в ответ новой почтой могу отправить этот договор. Это очень удобно. Но это все-таки больше уже работает в системе лояльности для постоянных клиентов, которые доверяют нам, которым доверяем мы. Потому что помимо того, что они платят нам деньги, мы отвечаем за документы, которые мы переправляем. Есть очень интересные системы, когда клиент может обратиться с просьбой, ну так случилось, он не может прийти. Тогда наши агенты, либо я, мы связываемся и идем клиенту на место, приводим договора, занимаемся с ними этой работой, потому что все-таки это наш бизнес, а для них это услуга, поэтому мы это прекрасно понимаем в этот момент. Просто на рынке очень много такой конкуренции, в которой нужно выживать, и мы стараемся с нашими клиентами всегда находить общий язык. Це дуже добре. Хочу зараз звернутися до наших телеглядачів. Якщо у вас зараз під час перегляду цієї програми виникли питання до пані Ірини Кротік, ви можете їх задати, зателефонувавши за номерами телефонів, які ви бачите зараз на ваших екранах, або завітати за адресою, яка теж вказана зараз на екрані, і вже особисто поспілкуватися із начальником, спеціалістом, який у індивідуальному форматі надасть всю важливу для вас інформацію. Пані Ірино, скажіть, чи є пільгова категорія? От зараз у мене таке виникло питання, думаю, в телеглядачів воно теж зараз з'явилося. І всім цікаво, чи є пільгові категорії клієнтів у цій страховій компанії? Да, конечно. В принципе, не только в нашей, но и во всех по Украине, но мы четко придерживаемся этого графика. Почему? Потому что очень многие клиенты не знают о своих полномочиях, о своих обязанностях, о своих правах. И всегда, когда человек обращается, первым делом мы пытаемся выяснить всю законодательную базу его официальных документов. Есть ли наличие пенсионного посвящения, по какому поводу оно выдано. Потому что четко указано в законе о том, что люди действительно имеют право на скидки, но не все страховые компании об этом открыто говорят. И клиенты не все об этом знают. Есть категория людей, которые имеют на 50% скидки. Это пенсионеры, граждане Украины по возрасту. Это люди, достигшие возраста в военном стаже. Это первая, вторая группа инвалидности граждан Украины, полученных в бытовых условиях и также в военных действиях. Четкая система скидок работает по поводу пенсионеров, которые имеют чернобыльское посвящение и участника боевых действий. Но при том, при всем, это обязательное наличие этого документа, который нам дает право делать такие вот скидки, которые указаны в законе. Мы четко этого придерживаемся и пытаемся все это на первоначальном этапе выяснить, чтобы всегда помочь клиенту и быть на его стороне. То есть, если с документами и согласно закону Украины,
чинного. Так, всі документи є і у формі, тоді, звісно, і страхування із певними пільгами. Так? Звісно. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, як врегульовуються страхові випадки у вашій компанії? От наведіть, будь ласка, кілька прикладів, аби телеглядачі зрозуміли, так, як, в принципі, працює система страхування саме в цій компанії. Страхование – это, в принципе, продукт, направленный действительно на урегулирование отношений в правовом поле. Очень часто просто страховые компании при наличии такого большого выбора пытаются избежать своей ответственности. Но все-таки это больше зависит от самой компании. Но клиент тоже должен принимать участие в выборе страховой компании, та, которая действительно реально работает в законодательном поле, та, которая имеет право урегулирования и добросовестно исполняет свои взятые на себя обязательства. Знаете, зараз, я перепрошую, зараз дуже така гаряча тема, що коли пропонують страхування, люди чомусь миттєво відмовляються. Вони просто не довіряють тому, що в разі, якщо щось трапиться непередбачуване і їм прийдеться відстоювати свої права у цій же страховій компанії, тобто в них немає навіть надії, що да, хтось буде захищати їх інтереси за законом, хтось буде відстоювати або відшкодовувати да, ті наслідки або втрати, які з тих чи інших обставин з ними трапили. І вони просто не довіряють. Як наскільки важливо тут довіра між клієнтом і самою фірмою? Да, это очень такой интересный, щекотливый вопрос и очень важный. Спасибо, что вы на это обратили внимание. Хочу, ну, скажем, рассказать о опыте общения у нас здесь в Балте. Так как мы здесь работаем и продаем эти продукты, значит, мы должны их урегулировать. Это реальное, нормальное. И, до речи, не один рік вы зазначили, что працюете. Я думаю, что люди уже между собой знают и вас, и вашу страховую компанию. Ну, в основном хотелось бы верить, что да, и говорят тоже об этом, что мы работаем. И... Звертайтеся до наших, це точно, бо наші люди, вони перевірені, це однозначно. Да. У нас в прошлом году був страховий случай, это было ДТП по обязательному виду страхования. Наш клиент был участником этого ДТП, он, к сожалению, был виновником, но страховая компания отреагировала вовремя. Он правильно подал пакет документов на урегулирование, хотя были нюансы с второй половиной, потому что, в принципе, это случилось вроде бы как в системе одной компании, но из-за того, что пострадавшие давшая сторона приобрела полис не совсем корректно, не совсем правильно. Ну, в принципе, я не хотела бы это обсуждать. Я знаю за своего клиента и хочу вам об этом рассказать. Мы составили правильный пакет документов, они обратились ко мне в офис. Мы все составили документы по регулированию, подали их в те сроки, которые определены в рамках закона. Поэтому все состоялось, скажем, с нашей стороны правильно и четко со стороны клиента. Немножко была заминка в наших органах в суде. И немножко был вопрос в ГАИ, но все-таки мы достигли результата, и наш клиент получил полностью все свои права, гарантированные законом. Пострадавшая сторона получила выплату за нашего клиента. Это действительно правовая цивильная ответственность этого вида страхования. Все остались довольны. И поэтому то-то страховая компания выплатила за гроши своего клиента нанесенный им ущерб. Именно вот в этом формате. То есть люди довольны остались, поэтому нам есть чем гордиться, и мы стараемся так, чтобы клиенты от нас не уходили. Я розумію, що це був пошкоджений транспорт, так? Да. Люди всі були в порядку, да, слава да, Богу, да, я сподіваюся. Да. Так, жизнь, це найголовніше, адже ДТП – це дуже поширена така ситуація, дуже багато випадків таких трапляється на дорогах, і найголовніше, аби люди були цілими. А транспорт може відшкодувати, як ми зараз чуємо з ваших слів, страхова компанія, тому хочу звернутися до водіїв. Страхуйте свої автівки і своє життя своєчасно. І тоді все буде добре, тому що наразі, якщо трапилась якась несподівана ситуація на дорозі, завжди на допомогу може прийти страхова компанія, з якою у вас заключений договір, так? Да, просто я очень хотелось бы обратить внимание на тот факт, что сам клиент должен понимать правильность, последовательность своих действий. То есть все должно быть в рамках закона. Должны быть все документы при себе. Человек должен быть в трезвом состоянии. Это самый первый фактор, который говорит о том, что выплата реально будет и реально возможна. У нас часто и густо просто люди не обращают внимания на законодательное правовое поле своих
и обязанностей, и прав. Это очень печально, потому что очень хочется, чтобы люди понимали, что такой договор купленный реально в добросовестной и платежеспособной компании, он реально работает, и не нужно бояться обращаться. На всех документах есть телефоны горячей линии, куда нужно сразу же обращаться. Нужно сразу вызывать пост ГАИ, который будет фиксировать наступление страхового случая, когда будут все составлены правильно документы, и клиент себя адекватно, разумно поведет, все это будет работать в страховом варианте, в урегулировании, в законодательном поле. Здесь нет ничего того, что невозможно в этой жизни. То есть, если человек себя ведет правильно, правильно соблюдает все нормы закона, страховая компания всегда идет навстречу выплате, потому что это ее репутация, это ее клиенты, это ее будущее. Ну, известно, це життя. Ситуації трапляються будь-які. І найголовніше, аби водії дійсно не вживали алкоголь за кермом. І якщо не вдалося скерувати автівку вірно, і, не дай Боже, сталася якась така подія надзвичайна, і хтось зазнав, може, якихось там ушкоджень, так, завжди на допомогу прийде страхова компанія, з якою є договір, знову я повторююсь. Але, шановні водії, будь ласка, водіть свої автівки у тверезому стані. Це найголовніше. Тому що дуже часто, дуже великий відсоток ДТП трапляється саме тому, через те, що водії просто в нетверезому стані. І тоді, вибачте, як їх можна захищати? Ніяк. Страхова компанія не має права виплачувати виплати і сама не настроєна на те, щоб іменно поощряти от такі от варіанти. Коли чоловік в нетверезому стані, то говорить про те, що ніяких ніколи виплат не буде. Пані Ірино, скажіть, будь ласка, що зараз загалом відбувається на страховому ринку в Україні? Адже це така масштабна, дуже цікава тема, але вона настільки і тендітна, тому що треба розуміти, куди звертатися, так? Чи є в нас компанії шахраї зараз, тому що дуже багато є пропозицій в інтернеті, дзвонять за телефоном. Доброго дня, це страхова компанія. Чи можна реагувати на такі заяви? От що ви порадите нашим глядачам і що можете розказати, яку інформацію, адже ви знаете и яка вона є насправді. Да, ситуация действительно реально интересная, потому что на этот рынок у нас на Украине почему-то еще, ну скажем, не окультуренный. Очень можно втрапити в халепу. Да, очень печально в том, что сами граждане позволяют собой обращаться таким образом и дают почву этим всем мошенникам для своей работы. Очень хочется обратить внимание, чтобы люди были нацелены только на те компании, которые реально имеют документы, которые реально работают со своими клиентами уже не один год, которых реально вы знаете. Просто в маленьких городах это намного все серьезнее, потому что мы все-таки больше доверяем тем людям, которых мы просто знаем здесь на месте, не случайных людей. В больших городах это тоже сложнее, потому что очень часто предлагают услуги на перекрестках, в машинах какие-то, распространители товаров. Это все очень серьезно, и потом в результате, когда наступает страховой случай, у клиента возникает вопрос, почему же страховая не платит? Потому что вы все-таки первоначально совершили ошибку в том, что вы не проверили страховую компанию на наличие документов, что вы о ней ничего не знаете. Какая репутация, какая система выплат, какая система урегулирования этих всех вопросов. В оформленные и официальные точки продаж, куда обращаются люди, вы всегда можете прийти в любой момент, позвонить, написать, спросить какой-то интересующий вопрос, узнать о каком-то правовом поле, о том, что вам еще было недоступно. И специалист обязан вам объяснить все нормативно-правовые документы, которые вас интересуют. Наши специалисты обучены не только на продажу продуктов, они обучены на урегулирование всех конфликтных ситуаций. При наступлении страхового случая есть определенный порядок, когда в рамках закона все документы должны быть поданы вовремя, в полном объеме. Тогда клиент в полном объеме может рассчитывать на получение своих законодательных прав. И это очень важно. Очень хотелось бы отметить то, что все-таки в последние годы у людей все-таки уже появляется, скажем, страховая культура. Законодательно многие работодатели должны страховать своих сотрудников обязательным видом страхования. Очень печально просто, что относятся к этому не совсем серьезно. Но, наверное, вот эта ситуация в нашей стране пока еще не позволяла этой культуре страхования быть все-таки на таком уровне. Но мы надеемся, что с прошествием времени, с тем, что наша страна все-таки станет на стабильный уровень развития, и законодательная база все-таки будет полностью урегулирована,
адаптирована и готова ко всем нюансам и отношениям. И страховые компании, которые получают лицензию, будут работать в правовом поле. Наша компания всегда стремится работать в правовом поле, всегда следит за новшествами закона. И наши сотрудники очень часто проходят обучение. Они могут квалифицированно ответить на все вопросы в плане продажи, в плане законов, в плане урегулирования всех вариантов, которые могут быть при страховых случаях. Поэтому приглашаем вас к сотрудничеству и желаем всем, щоб страхових случаїв не случалося. Пані Ірино, це була дуже цікава і змістовна розмова. Я гадаю, що наші телеглядачі зацікавилися. І хочу зазначити ще, шановні наші любі друзі, звертайтесь до наших перевірених, надійних балтських людей, і тоді все у нас всіх обов'язково буде добре. Пані Ірино, бажаю вам всього найкращого, успіху у вашій праці і аби не було складних ситуацій у ваших клієнтів і аби ваша компанія процвітала. І чекаємо на вас у нашій студії. Ще приходьте до нас і розповідайте, якщо у вас будуть якісь цікаві новинки і нововведення у роботі української пожежно-страхової компанії. Большое спасибо, дуже приємно з вами працювати. І хотілося б звернутися до всім тим, хто нас буде дивитися і слухати. Берегіть себе, берегіть своїх близьких. И помните о том, что закон работает на территории Украины для всех, кто его соблюдает. Что ж, мы с вами прощаемся, шановні телеглядачі. Залишайтесь з улюбленим рідним телеканалом «Балінформкомпанія», адже ми хочемо, аби ви завжди знали більше.